«Как не сойти с ума в этом мире» – спектакль, посвященный раздвоению личности, представили в пространстве «Скороход». В один прекрасный день героиня понимает, что внутри нее существует еще одна личность, и если до поры до времени с ней удается ладить, то потом альтер-эго начинает жить своей жизнью. Такую историю рассказывает исполнительница спектакля «Раз-два». Да, есть действительно такая личность, с которой взята эта история. Мы с ней знакомы, с этой личностью, и да, эта личность делилась с нами описаниями того, как она действует в тех или иных ситуациях и так далее. Сознательная часть героини пытается, например, вступить в диалог со своим вторым «я». Отлично выглядишь. Хореограф Татьяна Заскалько поясняет, эта история о человеке с диагнозом. Название «Раз-два» подтверждает, во всех нас периодически воюют разные стороны личности. В процессе работы над спектаклем мы почувствовали все, вся команда, психотерапевтический эффект. В общем, мы все здоровы и желаем нашему зрителю тоже оздоровиться при просмотре. Половинкам удалось примириться и снова начать жить в одном ритме.